я вот здесь вот, получается, упадаю, резко встаю, он на меня, я делаю вот так вот движение, в область груди, я точно не мог. Покажи, ничего, еще тут раз покажите, куда вы ударили. Вот куда зафиксируйте. Момент, как ударил незнакомца ножом, этот мужчина помнит хорошо. А вот объяснить полицейским, с чего все началось, так и не смог. 39-летний житель Волгоградской области признался, он несколько часов выпивал вместе с приятелем. Когда после похода в магазин за очередной порцией спиртного товарищ позвал его поучаствовать в разборках, не стал задавать лишних вопросов. Установлено, что у одного из обвиняемых на улице возник словесный конфликт с потерпевшими, после чего он вернулся домой, где рассказал об этом своему товарищу. Мужчины решили отомстить обидчикам. Возле подъезда дома на улице Ладожской, где выпивали мужчины, они встретили обидчиков. Двух молодых людей и девушку. Завязалась драка. Всегда таскаю нож, на всякий случай отрезать, перерезать что-нибудь. Я пьяный был. Я думаю, просто в плечо подрезал, и он живой вообще. Отколотый раны в грудь 27-летний мужчина скончался на месте. Второй потерпевший получил удар ножом в область головы. Рана оказалась несмертельной, ему удалось убежать. В ходе драки пострадала и девушка. Девушка, которая пыталась в ходе драки разнять мужчин, получила от 42-летнего обвиняемого удар по голове топорищем и, как следствие, ушибленную рану, расценивающуюся как легкий вред здоровью. Сейчас обвиняемые заключены под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.